С какой целью вы здесь находитесь, с какой целью вы снимаете, с какой целью вы мне грубите и хамите? А у нас запрещено, я вам не грублю. Вы грубили и хамили. Вы сейчас начали снимать с момента, когда... Уважаемый. Я имею право сниматься. Вы не имеете вы права. Ну зачем нам... А кто не имеет? Вы не имеете права. Кто сказал, что не имеет? Я еще раз... Что основание? Что является основанием? Ваше вызывающее поведение. Какое? Стали вас в известность? Что... Ваше оскорбление лично меня. Какое? Все вам расскажу и все покажу. У меня все на пленке, уважаемый. Договорились. И меня на пленке тоже. Вы превышаете... Ну не отходите от меня. Мне наряд надо на помощь. Человек оскорбил меня. У меня есть два свидетеля. Есть два свидетеля. Да, ну, вот как бы там ни было, правовое да государство у нас, уважаемый. Я вам не давал права себя снимать. Хорошо? Дергать меня. Хотите ударить меня? Ударьте, нет, пожалуйста. Показывайте неповиновение. Ударьте. Ударьте сотрудника милиции. Вы не провоцируйте, пожалуйста, гражданина. Вы не провоцируйте. И не хватайте его за руки. Вы что, как... Я что говорю, означает? Почему вы руки за руки хватаете? Я, я вижу, что вот камера снимает. Вы... Уберите руки от человека. Вот эту кнопочку нажмите, я буду выключать. Вы хотите, ну что, будете сотрудниками... Уберите руки от корреспондента, я вижу, уберите руки. Давайте вас будем снимать. Уберите руки, я сказал. Давайте, я вас буду снимать. Руки уберите. Я не забираю, я прошу только, чтобы... Нет, давайте ему камеру, пускай только попробует заломать руки. Давайте я вас поснимаю теперь. Как использовался я? Надо... Уважаемые, мы едем в железнодорожный РУВД. Мы сейчас другом поедем, мы прокуратуру сейчас здесь. Сейчас. Иначе мы не сможем его отстоять. Ну вот, а вы говорили, что это означает. Если так все просто, зачем журналистов продать? Ну, так и я.